have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Оладушки, с вами Fear and Hunger. Не знаю, немножечко я такую дезморальку поймал после того, как мы вроде как можем убить эту бабульку, но в конце концов не можем, потому что она навешивает у нас кровотечение, которое обязательно кого-то убьет, и я уж даже не знаю, что делать. Ладно, мы сейчас с вами по вот этому темному миру вернемся обратно. Хочу я пойти прям в начало. Во-первых, мне вот типа подсказали, спасибо огромное, что свиточек хождения по воде — это там, где мы убивали морское чудовище. Блин, сейчас как бы вспомнить, как бы выйти. И вроде как там можно пройти по воде и получить всякие ништячки. Я сюда некоторое время не заходил. Ну как некоторое, приличное такое время. У нас есть вот этот перец, который нам говорит: преграждайте путь. Человек, ты не достоин пройти через врата бесконечности. В этом испытании ты должен познать великие муки, пытать своих близких, пройти сложный путь. Только через эту боль можно постичь просветление и понять свое место в этом мире. Если ты пройдешь через все это, не отрекаясь от первоначальной цели и мечты, только тогда я позволю тебе войти. В общем, три вещи он от нас просит, и по идее три души мы можем получить: от умного босса, от мясного пацана и от девушки-богини. И душу от девушки-богини мы можем получить, только убив бабульку, а убить бабульку мы можем только путем, собственно, практически смерти. В любом случае, давайте просто пойдем. У меня, по-моему, факелов-то, кстати, не осталось. У нас есть 4 рагу. Да, факелов не осталось. И у нас есть вроде как зелье менталочки где-то там, да? Да, эликсир разума. 4 рагу, 4 эликсира. К сожалению, только одна хилка. Ну, ладно. Короче, я забрал миазму. На всякий случай, чтобы она не натворила делов. Пойдем мы сейчас с вами обратно. Очень-очень-очень постараюсь найти где-нибудь зеленую травку. Я надеюсь, что она есть. Пара мест, которые нам нужно посетить. Во-первых... И, кстати, блин, я же ничего про трансмутацию не знаю. Что она тут делает? Ну, ладно, это уже другое дело. Нам вроде через тут надо идти. Пойду по той дорожке, где я уже всех убил. Это зомбя, которую мы можем... Камень душ, не, спасибо. Обыскать. Нет, ничего ценного. Вот так вот ты и жил, чувак, что у тебя не оказалось ничего ценного в руках. Загадочки, загадочки. А, минуточку, вот этого перца я обыскивал? Нет. Да, точно, обыскивал. Ну, это мы с вами все двигали, это мы с вами все открывали. Тут у нас уже все хорошо. Да, слабеет от голода, это, конечно, все здорово. Я просто чудовищно рад за ней. Нет, драться я вроде как ни с кем не собираюсь, насколько я понимаю. Поэтому то, что они слабеют от голода, мне сейчас не особо в приоритете. Кстати, действие куба прекращается, как только ты направляешься в катакомбы. Действие куба... вы хотите мне сказать, что это типа светлый мир? Если бы я пошел... находился бы в светлом мире и пришел бы сюда, то действие куба закончилось. Страх, полтос, но это еще ничего. Я же говорю, у нас есть зельки. У меня факела нету, в этом проблема. У меня куча огнив, или даже огнив. Я буду потихонечку поджигать такие места. У меня какое-то такое дурное предчувствие, что если мы сейчас не найдем чего-нибудь хорошего, нечем с тобой говорить, Энки, извини, не буду тебя трогать. Если мы не найдем чего-нибудь хорошенького, то
то это может светить концом нашего прохождения. На стене изображен пышный и успокаивающий древний город с башнями и колоннами, что возвышаются высоко над горизонтом. Ну, типа, мы там и были. Хорошо. Было бы еще, наверное, неплохо вспомнить, как мне прийти к... Мне проще, наверное, снизу прийти туда. Ну, в смысле, сверху. Я не помню, насколько глубоко у нас было это чудовище. И если уж совсем по чесноку, я, в принципе, подзабыл те уровни. Минуточку, а я возле факела восстанавливался, типа? У меня было 51, сейчас стало опять 50. Иммунитет. О-о-о, что за баги? Успокойся. Так, тюрьма 3. Отлично. Насколько это может быть отлично? Вот у нас тут факел горит, погодите. 50. Тут будет у нас накапливаться менталка или нет? Странно, оно на 50 и продолжает типа 50, 50, 50. О! Вы прям такие голодные. А, кстати, мясо-то пожарить можно. Там где-то... Ну ладно. На тебе мясо. Фишка с голодом прям очень жесткой стала. Где ты, рагу? На. Отлично, всех более-менее накормили. Страх овладевает, да-да-да. Так, тут у нас маг. Ну, я думаю, что... Ну, в общем, не знаю. У меня пока что есть некоторые соображения насчет второго прохождения. Они у меня, грубо говоря, накапливались все это время. Так, погодите. А, да. Нам нужно поехать, точно. Я теперь вспомнил, как это работает. Тут мы мать убивали, волчицу забрали. Вот это говно, которое тут валялось. Разум полтос и даже дальше не опускается. Я уж не знаю, плохо это или хорошо. Также у нас тут есть вот этот вот алтарь. Но я что-то... Не помню, что с ним делать. Прочитал, кстати, ваш коммент. Спасибо насчет Легарда, что меч не сводит его с ума. Ну, миазма имеется в виду. Очень полезная инфа, с одной стороны, с другой стороны. Чтобы дойти до Легарда, его нужно спасти за 30 минут. Понятно, что это возможно, и многие люди это делали. А насколько это возможно для меня? Вот в чем прикол. Я очень-очень сильно сомневаюсь, что я смогу такое провернуть. Кстати, помните, вы мне говорили, что появится ворон? Если его тут не убить, он потом где-то... Блин, ну вот зачем ты? Ну, соберись, сейчас не время расслабляться. Ты прав, но я уже совсем без сил. Невозможно. На тебе зельку. Не слишком? На, эликсирчик тебе. Все. Да, ну блин, ну сразу же можешь со мной идти, пожалуйста? Спасибо. У нас разум проседает, но в принципе еще ничем. Так, это было где-то... Или это была следующая локо? Сейчас посмотрим. А, это было здесь. А я мясо больше не могу собрать с этого чувака. Давайте я на него камень душ использую. Туша воняет рыбой. Крайне рад за эту тушу. Так, пустой свиток. Да, кстати, ребят, с пустыми свитками, к сожалению...
не срослось у меня, то ли это из-за перевода, то ли еще из-за чего-то. Перед тобой вода выглядит темной, зловещей и уж слишком неподвижной на первый взгляд. Ты можешь использовать здесь хождение по воде? Да. Ты можешь наполнить пустой стеклянный флакон водой? Могу. Да, тут реально можно пройти. Может, я тебе еще мясо соберу? Дружище, не? Куча мертвяков гниет в воде. Окей, окей, согласен. Тут прикольно. Ну, пока что, по крайней мере, то, что... Ты кто такой? Я тебе менталочку подлатал? Подлатал. Меч могу тебе дать? Могу. Что за... О, посмотрите на его щит! Я думал, с ним поговорить вообще можно. Блин, а он на меня сразу с мечом кидаться. Ящеролюд. А, кстати, эликсир тела тоже хилка, да? Я ему попробую сначала отрубить... Ой, хвост отрубили. А, руку отрубили. Хорошо. А, все значит, да? Камень душ. Да ну, черт с тобой, давай. Обыскать. Трубку и опиум, да! Просто да. Хорошо. Освежевать, пожалуйста. Не может справиться с его шкурой. Это интересно. Это интересно. На выскаженной муками гримасе это наводит на мысль, что жертва была жива, пока с ней живьем снимали шкуру. Там дальше, кстати, я по воде пройтись не могу. С которого заживо сотрали кожу примитивными инструментами, его лицо застыло. Это все одинаково, короче, да? Ну, идем, дружище. Типа, ты тут не один такой, да? Нет, предметик. Давайте камнями кидаться, нам-то разница. Мне главное ему руку отрубить. Ну, или хвост, или руку. Блин, он еще и головой, кстати, может фигариться, да? Нормально. Если у них будет опиум и всякое такое... Да, давайте, ладно. У меня этих камней накопилось, мне нужно будет пойти прокачаться. Обыскать грубый меч, броню из твердой кожи. Короткий грубый меч. 110, кстати. Кожа гуля, броня из шкур, одежда. Броня из твердой кожи, 66. Ясно. Так, а там тогда что? Блин, ребят, ну дайте мне травку, пожалуйста. Тут просто местечко, да? Ладно. Выглядит очень по-домашнему, да? Голубой флакон, спасибо, хилочка. Факел. Неужели это случилось, блин? Кстати, у меня мясной пирог есть, а... Я настолько невнимателен. Факел. Червивый сок. Я настолько невнимателен, что я упустил, что у меня есть мясной пирог. Изучить. У меня нету ощущающего амулета. А там кто-то стоит внутри, что ли? Блин. Ладно. Надеюсь, что хождение по воде, оно не одноразовое. Что я смогу потом сюда вернуться. Вообще не хотел бы пропустить такое место. Хорошо, ящеролюдов, этих людоящеров
Выглядит, ты можешь использовать. Да, могу. И использую стеклянный флакон. Ну, будем воду набирать. Я не знаю, что она нам даст. Это не решило нам проблему, ребят. Это, конечно, все хорошо, но это не решило нашу проблему. У нас до сих пор нет зеленой травы. Есть еще одно местечко, куда мы можем сходить. И куда мы сейчас, скорее всего, таки сходим. Камушки не могу оттуда подобрать. Так, насчет хилки, кстати, предмет. Флакон с водой. А флакон с водой нам что сделает? Немножечко не понял. Ладно. Вода внутри выглядит и пахнет как питьевая. Да, но что нам дает питьевая вода в таком случае просто? Эликсир разума. Репа. 25 голда я, кстати, потерял за этот поход. Где у нас... Минечка, почему синий флакон, если там был голубой флакон? Трудности перевода или... Это противоядие нам даст. Я так второй раз не хочу просирать зелье. Спасибо. Вот, кстати, мутный флакон. Можно получить масло и черный флакон. У нас их много просто. Так. Кстати, а фиолетовый флакон с водой? Белый. Вот, белый действует как противоядие. А где у нас там был фиолетовый? Стеклянный, черный, мутный, масло, воспламеняющаяся жидкость. Ну да, синий это у нас хилка. Это мы сейчас вот так вот потратим. Короче, ребят, смотрите. Моя основная проблема сейчас это чертово заражение крови. Если есть хоть что-то, что поможет мне справиться с заражением крови, кроме зеленой травки, пожалуйста, напишите в комментах. Ну, то есть, это будет очень полезно. Мне нужно это знать. Еще прикол вот в чем. У меня есть хоть один взрывной флакон. Белый. Да, у нас есть два взрывных флакона. Отлично. Мне это сейчас понадобится. Мы сейчас с вами наведаемся к зайкам. Вроде как там можно взорвать какой-то проходец, как-то туда пройти, что-то там сделать. Гидра. Marriage. Так, ребят, а... они сотворят идолы из наших страх... Что, блин? Офига ли я испугался? Ну хорошо, атакуем руку. Предмет... камень. Кидай сюда, а ты атакуешь вот эту руку. А, ты ее и так откусил. Нормально. Ну вот, вроде как бы все. Да, эти ребята, они лоу-левеловые. Камень душ. Ну. Обыскать. Талисман очищения есть! Кусок ткани. У нас есть талисман очищения. Мы можем сейчас сходить. Да не, зачем ты его бьешь? Лампа жреца. Камень душ. С них же можно камень душ также получить. Давайте, пока мы недалеко, быстренько слазим, откроем талисманом очищения ту дверь. Мне просто очень интересно, что там. Возможно, там что-то очень хорошее, ценное, интересное. Ну, как, кстати, недалеко. Относительно, конечно, недалеко. Но все же, я думаю, что стоит сходить, пока мы не уперлись дальше. Я не знаю, что там будет с тем туннелем у заек. Может, он еще дальше куда-то ведет. Поэтому давайте слазим. То есть смотри, чтобы прийти к Легарду, это нужно пойти в тюрьму. Факел потух, как я этому просто несказанно рад.
Это нужно пойти в тюрьму. Там как-то пройти мимо стражи, причем один из них опасный. Для этого тебе, скорее всего, нужно убить двоих обычных стражей, чтобы у тебя была маскировка. Тогда мимо них можно просто пройти. Дернуть на кнопку. Опустить вот этот лифт. Вернуться к этому лифту. Подняться... Так, это не сюда. Нет, не сюда. В смысле, спуститься на этом лифте, пройти через подземелье, сколько их там будет. Вот. В конце Легарда охраняют тоже охранники. Опять же, мимо них можно пройти с помощью шкуры маскировки. Но как дойти до туда? Там по пути, если я не ошибаюсь, будут и призраки, и желтые маги. Хождение по воде, да, пожалуйста. Нет, воду я набирать пока не буду. Что у нас по менталке? Менталка, кстати, нормально, она почти не уходит. Голод уходит, но мне вроде как есть пока что покушать. Там есть рагу и там есть мясной пирог. Можно в крайнем случае еще репу пожевать немножечко. Мне интересно, что там. Это просто комната с прокачкой? Мне кажется, он тут стоит. Талисман очищения, да, используй. О-о-о! Свиток огненного трюка и свиток воспламенения. Вот это, по-моему, что-то красивое. Мраморный глобус покрыт пылью. На нем, кажется, изображена карта мира, но некоторые из континентов неизвестны ни тебе, ни остальному цивилизованному миру. На стене выгравирована карта изученного мира. На ней полностью отсутствует континент Винланд, который был открыт в наше время. Назрамус. Ох, и снова здравствуйте. Легард. Верно, тот человек, он определенно был интересной личностью. Его слава в мире людей дошла даже до темных уголков этих подземелий. Я внимательно следил за тем, как тут с ним обращаются. Не подумайте, что я как-то вовлечен в процесс пыток или его заключений. Я лишь наблюдал за событиями из тени. Тебе известно, что он спланировал свое заключение? Что, блин? Он продумал все, начиная со своей поимки, того, как его бросят в эту тьму, заканчивая всеми перенесенными им пытками. Все это было частью его плана. Это подземелье. Оно особенное. Нет другого такого места во всем западном мире, где можно оказаться настолько близко к богам. Как и многие до него, он хотел использовать обитающую здесь силу, и он знал даже больше. Он достиг величия на земле, достиг просветления благодаря кубу, который принес сюда с собой. А, это у него, значит, дикари отобрали этот куб. Благодаря новой богине, что посещала его сны каждую ночь, его мечты парили в бесконечности. И, наконец, тьма и пытки, которые он испытал здесь, могут сравниться с теми, что переносят сами боги. Он собрал все ключи, чтобы стать чем-то большим. Не факт, что это верный путь для него, но все его достижения представляют весьма интересное явление. Блин, опять факел. Ох, и снова здравствуйте. Похоже, тебе удалось открыть врата в древний город. Что за древний город? Древний город – останки города богов Махабры. Присутствие богов увядает, даже присутствие новых богов остается под большим вопросом. Это всегда было лишь вопросом времени. Что знаешь о новых богах? Они стали теми, кем являются, дабы свергнуть старых богов и старый мировой порядок. Но они идут по ложному следу. Как древние боги могут быть в ответе, если их нет рядом уже тысячелетия? Даже если предположить, что они существовали. Блин, у нас же по полтосу голода, что ли? Правда в том, что новые боги приходят и уходят. Они и есть причина всех страданий и того ужасного состояния, в котором человечество пребывает уже сотни лет. Людям стоит винить лишь самих себя. Людям стоит стать более самостоятельными. И снова здравствуйте. Похоже, тебе удалось открыть. Да. Когда у нас уже успело стать по полтосу голода? Блин, это как вообще? Я немножечко еще подожду, потому что там хавчик, который у нас, он очень хорошо восстановил. Блин, ну так у меня осталось две порции, вот в чем проблема. И рагу из этих ящеров я тоже варить не могу, чтоб их. Собаку еще чем-то кормить надо. Что дает вода? Кстати, нет. А, у меня два мясных пирога, хорошо.
наполненный кровью. Лампа жреца. Вы можете бросить ее в своих врагов, чтобы поджечь. Ясно. Белый флакон, как противоядие. Грязь, не знаю до сих пор, зачем она мне. Флакон с водой. 53, 66, 61. Она ничего не делает из видимого эффекта. То есть, я так полагаю, что там просто есть какой-то эффект, который мне неизвестен. Это интересно. Это крайне интересно. Собака, кстати, тоже голодает. Интересно, у меня какие-то части зомбятины остались, какие-то там, опять же, ноги, руки. Руки, по-моему, я все выложил. Ногу ей, по-моему, тоже уже скормил. Блин. Я в панике. Так-то. По-хорошему. Где этот чертов лифт? Это очень вот эта вот обидная тема, потому что ладно бы я не мог убить этого босса и не мог бы пройти дальше, но я могу ее убить. Просто последствия настолько ужасны. Ладно. Так, идем к зайкам. Хочу ли я сохраняться на этом моменте? Да, давайте. Отдохнуть. Два орла. А, не, нормально. В крайнем случае, я могу всегда загрузить предыдущее сохранение, если мне что-то не понравится. Но пока все идет вроде как довольно неплохо. Насколько оно может идти неплохо. Потому что мы чертовски голодны. Но менталка вроде более-менее в порядке. И опять же, можно будет немножечко подлечить. Нам надо найти хавчик. О, вот с тобой, дружище, мы еще, кстати, ничего нет. Мясной пирог. Они сотворят идол из наших страхов. Я их подкормил, потому что мне сейчас с ним драться. Я понимаю, что он, скорее всего, тряпочный, ну да. Но все равно не хотелось... Да, давайте-ка мы больше используем. Излучает, та-та-та, обыскать. Дайте что-то нормальное, кусок ткани. Кусок ткани — это не что-то нормальное. Ребят, я имел в виду прям что-то хорошее. О, я ж тут, кстати, зажигал эту штучку. Да-да, я вспомнил. Ничего не осталось. Знаете, чем мне интересно? Свиток... Воспламенение. Раскрывающий секрет воспламенения. Трюков с пиромантией. Трюки с пиромантией. Кого бы я хотел обучить этому и что это вообще такое? То есть это же будет идти за счет менталки, я так понимаю, или где? Так, тут светло и хорошо. У меня 79, 58, 73. Сейчас посмотрим, будет ли менталка восстанавливаться в таком положении. Ничего не осталось. Дайте мне зеленый, пожалуйста, кустичек. Вот, ну вот очень нужно. Ну вот прям 79, 58. Зеленую травочку, ну пожалуйста. Я же мог что-то пропустить здесь, не собрать в первый раз, да? Черт. Да, мог. Синюю траву мог не собрать. Зеленой нету. Слышите вот эти вот? Так, а где здесь, собственно, та самая стена, которую можно... Я не вижу здесь того места, которое можно было бы рвануть с помощью... Так, я вижу, тут все счастливы, у всех все хорошо. То ли это не у самих кроликов, то ли где-то... Я просто не знаю. Мне сказали, там где-то возле кроликов. А где именно, я честно говоря, не знаю. Может быть, я зря сюда пришел?
Ну ладно, ребят, если я где-то в чем-то ошибаюсь, то можете мне спокойно подсказывать. Потому что я не знаю, где здесь что можно взорвать. Может, вот это, кстати? Статуя, это чертова. Ты хочешь помолиться? Не, не хочу, спасибо. Так, предмет. Мясо у меня, кстати, не осталось, да? Мне остался осталось грибное рагу. Ну и, собственно, на этом все. Это все, что у меня осталось из еды. Я могу репой тебя покормить. Я понимаю, что это неподходящая пища. А, вон то место, что ли. Вот, да. Как, все еще не обрушилось. Ты можешь взрывной флакон, да, давайте. Все, увидел. Не знаю, правда, что это такое, но посмотрим. Промах. Молодец. Давай без этого, слушай, а? То, что острозуб лает, это, конечно... Давайте попробуем им голову отрубить. Нет, ее атака ничего не даст. Предмет... кусок ткани. Перебинтуй себя, и все будет хорошо. А ты попробуй ему голову отрубить. Да ну хорош! А, у нее уже заражение крови. И два промаха! Ну вот просто идеальнейшее. Так. Девочка вообще, кстати, своей атакой ничего не делает. Еще одно заражение. Ну, просто идеальнейшее. Да убейте ее уже. Ну, блин. Хорошо, что я сохранился перед этим. Я просто посмотрю, что здесь. Всех перекусать надо, да? У меня хоть заражения нету. Так, кусок ткани. Пофиг на заражение. Тут трава-то есть или нету? Что за муравейник? Изучить. Нечто странное, похоже на муравейник. Но не муравейник. А, но муравьев нет. Понюхать. Пахнет табаком. Изучить. Послушать, что внутри. Доносится слабое эхо. Изучить. Потыкать. Мягкое, но плотное. Внутри тепло. Отверстие уходит вглубь, дно за пределами твоей досягаемости. Спасибо, блин. Мертвая гончая. Ничего ценного. Я крайне этому рад. Что, блин? Что за место? Зеленой травки, кстати, нету. Ой, давно ты так территорию не метила, кстати. Палочка зато есть. Конечно, спасибо, я факел из нее сделаю, но у меня уже два потенциальных трупа в команде. Поэтому мне эта палочка, даже две палочки, спасибо. Я пойду, конечно, гляну. Дебри, уровень второй. Дебри, уровень третий. Хо. Мы знаем такую фигню. Драться я с ней, наверное, не хочу. А тут больше ничего нет. Ну, давайте убьем ее.
Так, предмет. Оно же не будет действовать как противоядие, да? Давайте мои руки поотрубаем. Ясно. Обыскать. Ничего нет, оно его... Ну, даже не отравило, оно просто типа... Тут что-то поет. Слышите, что-то скребется. Сделать. Там какая-то комната есть. А что дальше? Я даже не знаю, что дальше. Вот это вот выглядит как что-то. Даже не знаю, как что. Ну, типа и... Оно там, там что-то скребется в... Слышите эти звуки? И тут что-то скребется. Ха. Это очень странно. Засунуть руку внутри тепла, отверстия за пределами. Но мне толку вас кормить, если вы сдохнете сейчас. Проблема в том, что тут нету зеленой травы. Я на это так надеялся. Но это же зеленая локация. Ну, ребят, ну камон. Да, тут было две палки, но... Да, я нашел даже синюю траву на здоровье. Но мне нужна хотя бы одна зелененькая, почему ее тут нету? Причем, опять же, топающие звуки. Минечку, может что-то изменится? Чувак этот не пропал. Оставь меня в покое, я превращусь в бабочку. Уйти. Слегка голодные. Это, конечно, круто. Я просто не пойму смысла мне идти в ту локацию, если на меня нападут собаки, меня покусают, и я же еще и останусь виноватым. О, путник, позволь нам облегчить твои страдания, за первый раз платить не придется. Ну, хорошо, и... Типа, вот этот чувак, что ли? Да, сними одежду. Очень странные ритуалы, но, блин, вот это то, что происходит, это то, что я думаю. Поэтому акту твоя близость Сильвиан растет, Сильвиан. Ты словно чувствуешь себя моложе, ищешь партнера. Нет, это получается... Мне не понравилось то, что сейчас произошло, но ладно. Позволь нам увеличить твои страдания, за первый раз платить не придется. Да. Тот самый первый раз, про который хочется забыть там, да? Я так предполагаю, что все-таки вот это вот лучше делать, играя за женского персонажа, потому что вот сейчас это выглядело совсем все отвратительно.
Чем мне с этим сраным деревом делать? Да, запросто. Вот, нас осталось двое, все хорошо. Девочка склеилась от инфекции. Но в любом случае мы будем загружаться, поэтому это сейчас все не важно. И то, что произошло только что, тоже теоретически не важно. Потому что мы будем загружаться. Там что-то поет, там что-то воет. Ничего ценного. В общем, я пока, честно, не вижу смысла в этой локации. Не знаю, зачем она вообще мне, эта локация. Предлагаю сделать вот так. Грузануться отсюда. То есть пойти, прилив сил, несмотря на тревожные сны. Да, все хорошо. Предлагаю сейчас вернуться в Махабры. Блин, почему я постоянно думаю, что вход отсюда? Проблема в том, что у нас крайне мало хавчика. Я не знаю, что мне с этим делать. И, наверное, пойти еще раз эту бабку попробовать потроить. С разумом вроде нормально. Я, в общем-то, наверное, даже доволен тем, как все сложилось. Ну, относительно того, насколько могло все сложиться. Вот. Поэтому я пойду сейчас сохранюсь в башне. И потом попробую побить эту тетку, бабку. Короче, не знаю, как это все у нас будет получаться. Пробовать я буду, наверное, даже не сейчас. Я пробовать буду за кадром, потому что я не знаю, сколько у меня на нее уйдет попыток. У нас нету зеленой травы, поэтому у нас два возможных варианта исхода этих событий. Во-первых, что мы ее каким-нибудь чудеснейшим образом убьем, чтобы она нас не трогала. А это абсолютно невероятно, потому что у нее три руки, отрубить все три руки фиг получится. А второй вариант в том, чтобы, возможно, если она поцарапает, чтобы она поцарапала волчицу желательно, ну, не знаю. Короче, меня убивать нельзя, потому что я вроде как главный в пати. Дарс убивать вроде как нельзя, потому что это второй меч ценный, который у меня есть. Девочку убивать вроде как нельзя, потому что, ну, на ней что-то там завязано по сюжету. И получится, что у нас самая левая — это волчица, но я ее тоже не хочу терять. В общем, не, погодите, это я пришел не в туда. Вот, это я в тайную комнату зашел. Да, там у нас есть возле кроликов синяя травка. Чисто за ней одной я, наверное, ей не сунусь. Я потом, скорее всего, пожалею, но ладно. Вот, мы там пропустили одну травку, но, к сожалению, синюю, а не зеленую. Сейчас я пойду обратно именно прямо аж до самой башни. Посмотрим, что у нас там по хавчику. Блин, ну дайте зеленую травку, ну не будьте жлобами, ну что вы, совсем что ли не люди? О, спасибо, камушек. На камушком, блин, сыт не будешь. Дайте травку. Зелененькую. Я чувствую отвращение, да, я понимаю, что я чувствую отвращение, спасибо, игра. Это тут у нас этот дракон поверженный лежит, ага. Да, тут у нас еще вот этот ходит, который... Вон он. Я с ним не хочу драться. Что-то, не знаю, не улыбается мне с ним драться. Что у нас по голоду? Голод вообще страшный. Давай мясной пирожок уплетем. Когда придем. Сейчас. Мясной пирог у нас, по-моему, насыщает абсолютнейше полностью. Так, тут у нас не может быть никакой ни травки, ничего.
просто дожились. Я тут бомжатски пытаюсь найти хоть что-то. В общем, ребят, у нас с вами сейчас два варианта. Чтобы пройти дальше, нам обязательно нужно уработать эту бабку, чтобы нас вот этот големчик пропустил. Чтобы уработать бабку, нам обязательно нужно выжить хотя бы там, ну не знаю, двумя-тремя персонажами. Короче, я не знаю, как все будет происходить. Дальше у нас два варианта развития событий. Или же происходит какое-то чудо, мы эту бабку как-то убиваем, и тогда мы сможем посмотреть, что там дальше. Хотя давайте так, посмотреть, что там дальше мы сможем, наверное, в любом случае. Даже если у нас останется один человек в пати, мы можем просто сходить и глянуть, что там дальше. Вот, но проблема в том, что если у нас будет не фулл пати, что очень возможно. Так, камень душ. А тут, кстати, что за дверка? Камень из этого сделан, выглядит крепким, выломать точно не выйдет. Я же сюда заходил то ли один, то ли два раза, и все. И после этого я больше не запаривался, что тут. Но тут ничего не осталось, тут все хорошо. Давайте мы из этого трупа вырастим травку. Ну, короче, знаете, из гнилья просто. Из говна и палок. Ой, какой бред. Мы сейчас возвращаемся буквально в то же самое место, где мы и остановились. Я не знаю, короче, что делать. Я в панике. Для меня это сейчас все выглядит практически как конец прохождения, потому что я не вижу дальше, как продвинуться, если у вас какие-то отдельные подсказки есть. Поэтому я говорю, что, скорее всего, мы убиваем бабку, и после этого... Так... Мясной пирожочек, на тебе, дружочек. Предмет. На. Предмет. У меня да. А, вот у меня грибной рагу еще есть. Я бы даже лучше волчицу покормил бы, потому что. Девочку можно и на диете подержать. Все, мы полностью избавились от еды. Отдохнуть. Тут можно отдохнуть без монетки. Что приятно. Вот здесь вот. Мы будем отдыхать на этом слоте. И на этом, пожалуй, будем заканчивать. Пойду я, наверное, за кадром сейчас травить эту бабку, если у меня получится. Собственно, весь файт с ней вы видели, всю сценку после этого вы видели. Если у меня получится, я просто потом здесь сохранюсь и начнем тоже следующую серию с этого момента. Если следующая серия не будет начинаться с того момента, что, блин, ребят, у меня не получилось, то тогда будет все хорошо. Все, ребят. Пишите в комментах, что вы думаете, что вы знаете. Что насчет того чертового дерева и почему я должен туда идти. Там явно есть что-то, но зачем мне туда? Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра, всем ладушек и всем покеда.